Data transfer complete. Всем коннект, друзья, вы на канале Кик, с вами Каспер. Сегодня мы будем с вами перестанавливать Windows. Если вы смотрели мой предыдущий ролик по созданию загрузочной флешки, то флешка с Windows у вас уже готова. Если нет, то гляньте, как создать загрузочную флешку, если не знаете или не умеете. Оптимизировать Windows в этом ролике не будем, это будет следующий ролик, потому что видео сильно растянется. Сегодня мы с вами перестановим Windows и установим все самое необходимое. А это драйвера и необходимое ПО, программное обеспечение. Будем устанавливать Windows 10. На самом деле без разницы, какую винду вы ставите, алгоритм последовательности действий одинаков для каждой винды. Нужно перезагрузиться, зайти в BIOS и установить установку с флешки. Важно, винду надо устанавливать сюда из-под BIOS, а не из-под винды, то есть с рабочего стола, как я говорю, это неправильно. Но хотя мою винду что устанавливаю, я так не установишь с рабочего стола, но все-таки это важный момент. Мало ли какая у вас винда, всегда слышите, всегда вы должны устанавливать из-под BIOS и при этом ставить не поверх винды, а делать чистую установку. То есть удаляем старую, это форматируем раздел во время установки с виндой, удаляем и затем устанавливаем новую. Прежде чем приступать к переустановке, внимательно проверьте все важные файлы. Это может быть фото, видео, прочие документы, которые вам нужны. На рабочем столе в папках мои документы, в папках изображений, потому что все удалится с рабочего стола и ничего не будет. Тем более, если у вас один жесткий диск и он не разбит на логические, вы его форматнете, тогда тем более вся инфа на нем пропадет. Будьте внимательны на этапе установки выбора раздела под Windows. Я покажу, как можно разбить и создать дополнительные разделы под ваши файлы, чтобы ничего не пропало. Но с рабочего стола и папок, такие как документы, музыка, изображения, все перенесите, так как, повторюсь, все удалится с рабочего стола и этих папок. Я буду ставить сборку от Smokey Blah-Blah. Smokey Blah-Blah. Вам рекомендую ставить оригинальные образы винды, то есть скачивать с официальных сайтов, либо брать оригинальный образ, чтобы это была не сборка. Потому что хер знает, что там за сборка и чего они запихнули туда эти сборщики, школьники. И возможно что-то подключали, а вам это нужно. Потом в дальнейшем вы сами ручками можете отключить, убрать, что вам не нужно, и настроить Windows под себя. Вы сейчас поинтересуетесь, скажете, ты говоришь ставить оригинальный образ, а сам ставишь сборку. Что за нах? Что за реклама? Это никакая не реклама, этого чувака под ником Smokey я вообще знать не знаю, ни лично, никак, даже не знаю, как он выглядит, но его сборками пользуюсь уже лет 11-12. Еще с Windows 7, только его сборки, а не проверенные годами. Мной, да не только мной, можно поставить и забыть про переустановки винды, но если вы только сами ничего не запорите в дальнейшем. Никаких сбоев и прочей нечисти нет. Это я говорю вам из личного опыта пользования за все годы. Его образы взяты за оригинальные образы Windows, ничего не вырезано и так далее. Может быть добавлено пару мелочей для работы и все. А чтобы что-то отключить, тот же магазин Windows 10 или какую-то телеметрию, это все у него есть на выбор при установке. Сами потом увидите. В общем, его сборки меня ни разу не подводили. Ставил себе, тестил, потом ставил другим людям, настроил под них. Полет нормальный, жалоб нет. Я знаю, о чем я говорю, и в этой теме вырос со школы. Уже 15 лет точно занимаюсь компанией и программным обеспечением, установкой и так далее. Это с вейпами, можно сказать, недавно познакомился, а здесь это моя стихия. И то про вейп, и другой там какой-то чувак снимает гофник. Еще есть сборщик Эгли 1234. Вроде тоже неплохие сборки, но за него до конца я не уверен, из-за его сборки. Что-то наподобие как у Smokey, но их пока я начал тестить недавно и мало времени. За него наверняка сказать не могу. Итак, я как всегда буду ставить сборку от Smokey. Версия винды 10, это уже новая, которая вышла недавно, это 22H2 с установленными обновлениями по ноябрь 22 года. И для тех, кто не шарит, это не значит, что я сейчас поставлю, у меня будут какие-то ограничения, не будут приходить обновления. Не слушайте этот бред. Ни от кого, особенно в магазинах DNS, это льют вам в уши. Я знаю, сам работал в сервисном центре, это другая тема. Все обновления приходят четко и ровно. В расписании, как должно быть, все обновляется, все работает. Тем более до этой новой сборки у меня стояла винда 21H2. Также прилетело обновление, и я обновился из-под винды 22H2. А сейчас в ноябре он уже собрал новую сборку. Его сборку вылаживать здесь не буду. Кому интересно, я ее выложу на Boosty. Плюс там у меня эксклюзивный контент. Кому интересно знать чуть больше и хочет скачать эту сборку, можете подписаться на мой Boosty. Ссылка будет в описании. Подписки недорогие, сами понимаете. Жить-то как-то надо. Вы сейчас можете сказать, да ты че, всем будем платно подписываться, я сам найду и скачаю эту сборку и многие другие. Так вас никто не заставляет. Флешку в руки качайте, как говорится, ищите сами. То ли вы еще найдете и скачаете. Просто тем самым, чтобы облегчить ваш поиск, уже все есть. Плюс, как я и сказал, эксклюзивный контент на Boosty, который не будет выходить здесь на канале YouTube, а только там. В общем, кому интересно, кто хочет поддержать, тот подпишется. Кому нет, тому хватит и этого ролика. Ладно, все, это была лирика. Погнали устанавливать винду.
Так, друзья, приступаем к переустановке Windows. Не забудьте, как я сказал, проверить рабочий стол, чтобы все важные файлы и документы вы сохранили. Пробежимся вот на рабочем столе, допустим, если вам нужен этот файл, вы его сохраняете, кидаете на диск. Обязательно зайдите в папки такие, как видео, посмотрите, вдруг вам что-то тут важно. В папку документы, в папку загрузки, потому что она по дефолту находится на диске C с Windows. И все удалится после переустановки Windows. Посмотрите, чтобы здесь файлы, которые вам нужны, вы их сохранили. В папку изображения зайдите, в папку музыка и так далее. Проверьте все. Допустим, смотрите, если у вас... Смотрите, допустим, мне проще, да, у меня тут несколько жестких дисков. Именно жестких, не логических, это жесткие диски. Я вот могу с рабочего стола взять, допустим, и сохранить вот сюда. Вот эта картинка мне если нужна, то я возьму ее сюда, перекину и все. Но если у вас, допустим, один логический диск, ну, один жесткий диск, он разбит на 2 на CD, то кидайте все на D, да? А если такая ситуация, то что у вас он один жесткий диск, и он не разбит на логический, то просто зайдите в него, создайте здесь папку, и создайте папку, назовите как-нибудь там шняга, хлам, без разницы, и скиньте все туда, то, что вам необходимо с рабочего стола. Но важно понимать, что программы не стоит скидывать. Программы, если вы будете скидывать какие-то программы, то они не запустятся после переустановки Windows, программы удаляются. Я сейчас имею в виду важные файлы, такие там какие-то текстовые документы, фотографии, видео и ну и вот такая шняга. Программы, игры не стоит кидать, потому что их, во-первых, можно будет переустановить, и во-вторых, они потом могут работать некорректно, либо вообще не запустятся. Начинаем переустанавливать. Вот наша флешка, подготовленная уже с виндой. Не забываем, как я говорил, вставляем флешку в USB сзади, в материнскую плату, не в передний порт, а именно сзади, подключаем ее к материнской плате. Все, вставили, красавчики. Перезагружаем наш ПК. Загрузка. Чтобы попасть в BIOS, зайти в BIOS, нам нужно нажимать на компьютере, это обычно кнопка Delete. Несколько раз ее жмете, быстро так хоп-хоп, когда появляется надпись о материнской плате, о системе вот появилась, нажимаете Delete. Либо F2, да, у меня написано, можно нажать выбрать приоритет загрузки. Смотрите, почти на всех компьютерах нажимается Delete, но может быть исключение, может быть какая-нибудь кнопка F8, там F2 может нажиматься. На ноутбуках это может быть не обязательно Delete, это может быть не Delete, это может быть F2, чаще всего F8, F9, F12, вот такие клавиши. В общем, от F1 до F12 может быть на ноутбуке. Здесь мы должны выбрать приоритет загрузки нашей флешки. Вот она у меня OEFI, как вы можете видеть, SanDisk. Я его перетаскиваю вверх, да. Меню может быть там, если у вас не OEFI BIOS, он у вас такой, с мышкой вы не можете работать, потому что он у вас, ну, обычный BIOS старый. Вас интересует вкладка Boot. На BIOS вас интересует вкладка Boot. Вы заходите вкладка Boot, и вкладки Boot вас интересует. Во вкладке Boot нас интересует Boot Option, то есть приоритет загрузки, с чего мы будем загружаться. Boot Option, выбираете нашу флешку, это у меня UEFI SanDisk Partition 1. Вот, нажимаете ее, выбираете. На других биосах я вставлю вкладки, там, ну, вставлю, покажу, как на других биосах может это быть выглядеть, и как, примерно как это может выглядеть. Суть такова, что нужно искать вкладку Boot, она может находиться вот здесь, так просто отдельно будет, да. По-моему, точно не помню, может находиться в Advanced, но, по-моему, нет, навряд ли в Advanced она находится, но, возможно, может находиться в Advanced. Ну, вам нужно найти boot. Если у вас здесь нету вот так вот boot, вы должны найти в какой-то директории и найти вкладку именно boot, и там выставить. У вас чаще всего будет поставлен ваш жесткий диск загрузка, но вы должны выставить в момент установки Windows загрузку именно с флешки. Мы выставили вот нашу флешку. Теперь мы идем, входим с биоса, нажимаем save, так, фокус, save changes reset, то есть сохраняем наши настройки и перезагружаем компьютер. Нажимаем ok, подтвердить. Все, компьютер перезагружается. Сейчас мы будем стартовать с флешки. Если вы все создали правильно загрузочную флешку, проблем у вас не должно быть, и пойдет запуск непосредственно с флешки. Вот вы можете видеть. Устанавливаем Windows 10. Ну, у меня вот так выглядит. Даже Windows 11 есть. Но мы устанавливаем Windows 10. Нажимаем Enter. У вас может маленько отличаться там установщик, загрузчик, все такое. Ну, суть одна и та же. Пошла полоска загрузки. Так, файлы загрузились, компьютер опять перезагружается автоматически. Сейчас мы пойдем в установку. Вот, пожалуйста, вот у меня такое меню. Оно у вас может отличаться.
Здесь есть у меня дополнительные утилиты, но сейчас не об этом. Вот, кстати, здесь есть Acronix, TrueImage, Paragon диск. Вы можете разбить свой жесткий диск на логический диск, если у вас он не разбит. Но я, в принципе, это не рекомендую это сейчас сделать. Может произойти ошибка, можете потерять данные. Нажимаем Windows Setup, то есть установить Windows. У меня это 64-битная разрядная система, потому что я перезагрузился в UEFI, у меня доступна только 64-битная разрядная система. И плюс у меня больше 4 гигов оперативной памяти, и поэтому я устанавливаю 64-битную операционную систему. Нажимаем Windows Setup, выбираем наш язык, это, конечно же, русский, он выбрал автоматически. Я ставлю всегда, рекомендую вам ставить, если у вас не сильно слабенький компьютер, ставьте профессиональную Windows 10 профессиональную. У меня вот есть 10. Можно поставить уже со встроенной редакцией Microsoft Office. Microsoft Office — это текстовые документы, такие как Word, Excel, ну, поняли, да? Ставлю галочку, да, установить. Выбираю профессиональная. Профессиональный 64-разрядный, другим недоступны, потому что я, повторюсь, загрузился в UEFI. Нажимаю кнопку «Далее», идет начало установки. Сейчас у всех может по-разному думать, это зависит все от вашего железа компьютера, вот, пожалуйста. Здесь на этом этапе нужно быть очень внимательным. Если у вас подключено несколько жестких дисков, то вы должны выбрать правильный жесткий диск и установить Windows туда, чтобы избежать потери данных, чтобы не форматировать, не дай бог, не тот жесткий диск, либо не удалить нечаянно не тот жесткий диск, да? И если у вас один жесткий диск, и он разбит, но логически там тоже нужно быть внимательным, нужно посмотреть, допустим, где у вас установлен Windows, и сформатировать именно вот этот раздел, а не раздел, который другой там с вашими личными файлами. Так, я буду устанавливать непосредственно вот сюда, там у меня другой SSD-диск, я буду его удалять и форматировать. И если у вас, допустим, жесткий диск не разбит, вот он, ну, допустим, у вас есть такой жесткий диск, и он один, и он не разбит, и вам нужно установить на него Windows, ни в коем случае не нажимаете удалить и форматировать, вы должны нажать расширить, либо создать, не смогу сюда установить, вы должны нажать расширить, допустим, если у вас один логический диск, он не разбит, вы должны нажать расширить и там указать, допустим, если у вас 500 гигов, где-то 250 гигов, даже можно 100, меньше чуть, можно там 180 гигов под систему, нажать кнопку далее, это если у вас он один, ни в коем случае его не удаляйте, не форматируете, нажимаете далее. Но если хотите удалить и форматировать, то перед этим вы должны были перенести все данные куда-то на другой жесткий диск, либо на флешку, если у вас их немного, представьте, если у вас их много, тогда GGVP. Вот, я же непосредственно устанавливаю на другой, на SSD диск, получается. Я буду вот удалять, я удаляю разделы. И да, и тут внимательнее, вот вы когда нажмете расширить, 100 гигабайт выбираете там под систему, там 150-180, но если у вас 500 гигов диск, то можете выбрать это 240 гигабайт, рекомендую примерно выбирать, чтобы еще было с запасом, чтобы будете устанавливать какие-то программы на диск, на цель, логически я имею в виду. Нажимаете кнопку «Далее». Допустим, если у вас вот один логический, один жесткий диск, и он разбит на логический, у вас есть и папка, допустим, ну не папка, а вот так, раздел с Windows, да, и есть там какая-то вот шняга написана, то тогда вы берете этот раздел Windows, полностью его форматируете, либо нажимаете «Удалить», лучше нажимаете «Форматировать», и вот сюда устанавливаете. Я нажимаю «Удалить все разделы», потому что это другой SSD-диск, и на него будет устанавливаться операционная система Windows 10. Так, вот он. Получается, этот диск у меня два, да? Но на этом нужно быть внимательным, особенно если у вас подключено несколько жестких дисков к компьютеру. Еще важный момент, если вы устанавливаете Windows на компьютер, и у вас подключено несколько жестких дисков, и вы ставите на SSD, и важно, либо на любой другой жесткий диск операционную систему, у вас подключено, допустим, два жестких диска, то при установке операционной системы рекомендуется подключить жесткие диски лишние. То есть, если вы устанавливаете на SSD диск операционную систему, то вы берете жесткий диск, отключаете от питания в компьютере, просто провода с него выдергиваете и все. Установили систему, потом подключили. И также, если у вас два жестких диска, один жесткий диск отключили, на него установили систему, второй потом подключили. Так, этот раздел диск 2, мне надо быть внимательным, чтобы не накосячить. И вот еще. Так, все, вот, нажимаем кнопку «Далее», либо «Создать». Система автоматически создаст все разделы, там зарезервированные системы под восстановление и так далее. Нажимаю кнопку «Далее», просто. Здесь вот у нас такое окно, оно у вас может отличаться, все зависит от сборки Windows. У меня вот оно такое. Здесь выбираем, если у вас что-то похожее, здесь я советую, ну, выбирайте часовой пояс, это понятно, да, у меня Иркутск, я ставлю, выбираю, снимаю галочку, чтобы с переходом. Отображаемое имя пользователя, вы пишете свое имя пользователя. Рекомендую писать это на английской раскладке, на английском языке, чтобы потом не было в дальнейшем никаких проблем. Я пишу «Кац».
Сфер. Имя в системе, тоже имя в системе, которое хотели, чтобы было желаемое имя в системе. Вы тоже можете его сменить вместо юзера, написать другое. Даже система подсказала, оно должно быть обязательно на английском языке, а ни в коем случае не на русском, чтобы не было потом никаких косяков при работе с операционной системой. Также, если вы будете потом игрушки устанавливать, чтобы у вас не было никаких косяков, игры запускались, либо какие-то программы, желательно использовать только латинских букв на английском языке. Можете оставить юзер, можете что-нибудь написать. Напечатаю, допустим, Casper. Имя ПК можете не трогать, оно звездочка стоит, значит, оно будет автоматически присвоиться имя компьютера. Можете написать что-нибудь вроде там, ну, я напишу Kick ПК. Далее, активация Windows, ставите галочку, Microsoft, ставите галочку, если у вас такое есть, если у вас такое нету, то не ставите галочку. Еще будьте внимательны, если вы, сейчас маленько отделюсь от темы, если вы занимаетесь кому-то переустановкой Windows, а обычно это там домушники, да, ходите по домам, но надо будет, скорее всего, снимать отдельный ролик по этому видосу, ни в коем случае никогда никому не активируйте Windows, то вы можете загреметь надолго, то я вам шутки не шучу, я вам серьезно говорю, если у вас нет лицензии, ничего, в том плане лицензии на установку программ каких-то и вообще ничего нету, то всегда снимайте галочку «Активация» и Microsoft. Пускай пользователь сам активирует, либо пускай он сам нажимает, но вы ни в коем случае не нажимаете. Ну, если это не ваш кент, конечно, не ваш дружик, но левым людям не советую, потому что можете загреметь. Далее, драйверы программы мы не трогаем. Здесь что могу посоветовать? Я что здесь отключаю? Вот, ну, системные параметры. Я отключаю контроль учетных записей, обновление системы я оставляю. Я отключаю защитник Windows. Вам, настоятельно не рекомендую этого делать, потому что это антивирус, и он, в принципе, нормальный у десятки. Его 11 иногда рекомендую оставить. Я отключаю гибернацию. Гибернацию тоже отключаете. Brandmauer тоже оставляете. Brandmauer не трогайте, он вам понадобится в будущем. И защитник Windows тоже, это ваш антивирус. Твики, патчи и прочее, я здесь в принципе ничего не трогаю, это здесь уже у вас на выбор все. Светлая тема, вот можете тему выбрать, у нас стоит по дефолту галочка светлая тема. Как я говорил, еще хорошо в этой сборке то, что здесь вы настраиваете все сами. Здесь, то есть автор данной сборки, он ничего не подключал. Здесь вы можете сами все отключить, вы можете вот набор твиков реестра сделать, пусках в 7, отключить шпионаж. Я здесь не отключаю шпионаж, а потом у вас, когда мы дойдем до следующего ролика по оптимизации Windows 10, я расскажу об этом и расскажу, какие службы, что нужно отключить, не нужно. Запретите OneDrive, вы можете запретить OneDrive, заблокировать браузер JIT, который дефолт браузер, вторая версия какой-то. Ну, здесь, в принципе, ничего не трогаю. Все, нажимаем кнопку «Далее». Применение закрытых параметров. Экспо среды восстановления. Microsoft Office. Установочка пошла. Перезагрузка компьютера пошла. Ждем нашу перезагрузку. В принципе, у меня, скорее всего, уже винда переустановилась, потому что что-то не показывало то, что идет процесс установки. Я вам все объяснял, мне, скорее всего, она уже установилась, когда мы были на предыдущем этапе, то есть там выбирал имя, все такое. Пока мы не трогаем ничего, флешку не переставляем, не убираем, не вытаскиваем. И не переставляем приоритет загрузки BIOS, все оставляем как есть. Вот, пошла на установка, Game Device Ready, читаются девайсы, чтение девайсов, стартуют сервисы, идет установка устройств, поиск устройств. Это нормальный этап, не стоит бояться, так и должно быть, ничего страшного. Пошла загрузка. Нужно немного подождать. Это нормальный процесс. У вас он может занимать больше времени. Как я сказал, все зависит от железа, от вашего железа, именно от оперативной памяти вашего процессора. Если у вас 8-16 гигабайт оперативной памяти, неплохой процессор, то установка тоже будет очень быстрая. Это не занимает много времени. Много времени занимает обычно это потом уже установка софта, установка драйверов, установка программ, необходимых для пользователя. А сам процесс переустановки Windows, это плевое дело, это 5 минут, если компьютер менее-более средний. Ну, если мощный, тоже. Если, конечно, компьютер слабенький, то да, нужно будет посидеть и подождать. Готовка Windows, не включайте компьютер. Вот идет такая подготовка Windows. Пошла перезагрузка опять. Это нормальные признаки жизни, установки. Не стоит ничего бояться, как я сказал. Это все хорошо, это все нормально. Так и должно быть. Все, вот наша Windows установилась. Каспер, добро пожаловать. Наша винда поставилась. Сейчас первая загрузка, первое добро пожаловать. Это может занимать несколько времени. Ну, несколько минут, секунд, все зависит, как я и сказал. Повторюсь, не устану повторять, от вашего железа. Все, вот мы попали на рабочий стол, идут эти настройки, там девайсов, которые подключены к компьютеру. Но важно тоже отключать сразу, когда вы переустанавливаете Windows, отключать все с USB-портов, оставлять только необходимое, там мышь, клавиатуру, отключать все веб-камеры и все остальное, принтер, если у вас подключены. Оставляйте все самое необходимое, когда вы устанавливаете Windows. Так, сейчас не спешите, да, ничего не сразу ставить на свой компьютер. Сейчас мы первым делом что будем устанавливать? Это драйвера. Драйвера сперва ставится всегда в первую очередь, это чипсет на материнскую плату, первым делом всегда ставится драйвера. Потом ставим там на видеокарту драйвер и так далее.
стояли. И лучше самому скачать с официального сайта. Лучше самому, да, скачать с официального сайта драйвер на видеокарту, нежели чем ждать, пока Windows 10 сама автоматически поставит это. Лучше отключить интернет, ну, лучше просто скачать, заранее скачать драйвер перед установкой Windows на вашу видеокарту. Потом отключить интернет и установить драйвер, чтобы винда не накатила сама драйвер. По дефолту она накатит, по дефолту он драйвер на видеокарту. Это как бы неплохо, но он может быть старой версии, и обычно винда ставит маленькое, корявенькое, неправильное драйвер на видюху. Особенно если вы играете в игры. Так, ну сейчас начнем ставить драйвера. Прежде чем мы начнем ставить драйвера, еще раз перезагрузите ваш компьютер. Для чего? А для того, чтобы убрать, сейчас зайти опять в BIOS и убрать приоритет загрузки с флешки. В принципе, вы уже можете вытаскивать вашу флешку, но нужно поставить приоритет загрузки в первую очередь, чтобы он был с жесткого диска. Потому что, когда вы будете ставить последующие ваши флешки, ваша система, ваш компьютер будет пытаться загрузиться с флешки, если это возможно. А если у вас старенький компьютер еще слегкается, то вам будет выдавать там какую-нибудь ошибку или черный экран, и вы будете думать, что за нах. Так что перезагружаем компьютер, заходим опять в BIOS, клавиша Delete или какая у вас там клавиша. Я сказал, она может быть любая, может быть F8, F12, без разницы. Обязательно сейчас нужно попасть именно в BIOS, а не выбирать. Только тут у меня есть F2, да, можно нажать F2, это, ну, тоже, по-моему, подашь BIOS, а есть F8, по-моему, на моем компьютере, нажимаешь, и там можно выбрать загрузку с чего. Ну, в принципе, у меня уже все стоит автоматически, но у вас может не стоять автоматически, то есть у меня флешка сдвинулась, она сейчас не стоит автоматом. Зайдите, проверьте в Advanced Mode, и зайдите в Boot, как я и говорил, в Boot Options, и проверьте, чтобы у вас стоял здесь ваш загрузчик. То есть загрузчик — это ваш жесткий диск. Ваш жесткий диск, либо ваш SSD. У меня это SSD Samsung 970 EVO Plus. Это не реклама, но SSD классный. Рекомендую его. Но он, сука, дорогой. Именно Samsung EVO, он дорогой. Убедитесь, что у вас стоит Boot Options 1. Именно, да. Загрузка жесткого диска. Все, убедились. Нажимаем Exit. Сохраняем настройки, выходим. Теперь вы можете извлекать вашу флешку. Ну, либо дождитесь загрузки на рабочий стол, сделайте извлечь безопасное извлечение устройства. Либо прямо сейчас можете вытащить вашу флешку. Все, она больше нам не понадобится. Можете убрать ее в сторонку. Леди и джентльмены, устанавливаем драйвера на нашу установленную Windows. Так, сейчас я вам покажу то, что, кстати, Windows 10, она активирована. Все нормально. Лицензия стоит. Вот, смотрите, пожалуйста. Мы установили с вами Windows 10 Pro, Windows 10 Pro и активация Windows выполнена. Все отлично. Ставим с вами драйвера. Как я и сказал, сперва начинаем ставить драйвер на материнскую плату, на чипсет. Чтобы узнать вашу модель материнской платы, если вы не знаете, вы можете сделать это через программы такие как AIDA, Spec.ru и так далее наподобие. Но, допустим, если у вас нет этих программ, самый простой способ узнать модель материнской платы — это нужно через командную строку, что нужно сделать. Нажимаете Windows R на клавиатуре выполнить, вводите здесь CMD по-английски, CMD, открывается командная строка. И в командной строке вводите такую команду: VMIC Busboard JIT Product. Нажимаете Enter. И вот мой продукт, моя материнская плата — это H170M-Plus. Если хотите подробнее, прям до серийного номера, тогда необходимо ввести так следующую команду: VMIC Busboard JIT Product Manufacture Version Serial Number. Нажимаете Enter. Команду так бы добавлю в описание под видео. И вот мы видим Asus Tech Computer. Блять, драйвер установился, что я вам и говорил. Драйвер поставился на видеокарту от Windows. Это не проблема, потом я переставлю его сам. Так, секунду. Вот мы видим прям полную информацию о материнской плате. Это Asus Tech Computer Insane продукт. H170M+, серийный номер такой-то и версии прошивки такая-то. Все, это вы узнали свою модель материнской платы. Заходите через браузер, но лучше это делать перед установкой винды. Скачиваете все драйвера на вашу материнскую плату и затем переустанавливаете Windows, чтобы у вас были уже готовы драйвера. Так, сейчас мы, как я и сказал, устанавливаем в первую очередь драйвера на чипсет. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, из чего это необходимо. Во-первых, вы можете зайти в панель управления диспетчер устройств, и у вас может быть не установлены некоторые драйверы. Даже винда сама их не поставит, операционная система. Да, вот видите, тут стоят восклицательные знаки. То есть вот здесь вот эти драйвера, другие устройства, где написано, они не установлены. Здесь как раз таки есть вот наш чипсет. Драйвер на чипсет он не поставлен. Это мы делаем, ставим с вами сами. Ставим драйвер на чипсет. Так, вот тут есть дрова моей мамки.
чипсет такой-то версии. Ставлю драйвер на чипсет. Нажимаем Setup чипсет. Ничего сложного, простая установка. Игры устанавливайте также и здесь. Нажимаю далее, принять, установка. Пошла установка. Черный экран на несколько секунд, это нормальный процесс. Сейчас все появится, все появилось. Система установила драйвер на чипсет и просит перезагрузиться. Но я перезагружу позже. Вы тоже можете либо перезагрузиться позже, либо сразу, когда устанавливаете, перезагружаться. Перезагружаться нужно обязательно. Проверяем. И вот мы поставили драйвер, заходим в диспетчер устройств через панель управления. Вот, все. Половина восклицательных знаков пропала. Остался только один восклицательный знак. Это PCI Controller Simple Communication. Это что такое за драйвер? Это драйвер от Intel-овский. То есть у меня проц Intel. Мне нужно еще поставить драйвер. Как же он называется-то, блять? Называется он, по-моему, да, вот этот DRV My Intel Cont. Этот драйвер мне нужно поставить. Все будет чики-пуки-брики. Ставлю его. Нажимаем далее, принимаю условия. Далее установить менеджер интерфейс. Это Intel-овский драйвер. Опять вылезло, что требуется перезагрузка, но я перезагружу чуть позже. Все, драйвер поставлен. Теперь заходим и проверяем. Заходим и проверяем. Диспетчер устройств. Все, видите, да? Все драйвера, то есть, поставлены. Нет никаких восклицательных знаков. Диспетчер устройств. Все драйвера стоят. Но, как я сказал, видеоадаптер нам поставила сама система, накатила драйвер. Лучше самому скачивать последний драйвер с официального сайта NVIDIA. Заходите и скачиваете. Ставите сами. Сейчас я это и сделаю. Драйвер я уже скачал, у меня подготовленный. Вот смотрите, чем это отличается. Вот система мне поставила драйвер NVIDIA сама по дефолту. Сейчас мы проверим, какой там драйвер стоит. Панель управления NVIDIA. Она нам поставила 516.94 версию. Возможно, даже это последняя версия, но лучше ставить самому. Ставим драйвер на видеокарту. Да, 15. Я сказал, какой там был драйвер? 516.94. Да, это не самый свежий драйвер. Самый свежий драйвер 128. Сейчас мы посмотрим, даже установим его. Ставим сами драйвер для видеокарты. Лишнее закрываем. Повторю, заходите на официальный сайт. Если у вас NVIDIA, заходите на официальный сайт NVIDIA. Скачивайте версию драйвера для своей видеокарты. Если у вас там 10-я версия, ищите 10-ю версию, если 20-я, 20-ю и так далее, 30-ю, 9-ю, 7-ю. Скачивайте свой последний актуальный драйвер на официальном сайте. Если у вас Radeon, то же самое, заходите на сайт Radeon и скачивайте. Нажимаем кнопку ОК, пошла распаковка. Идет распаковка, запускается графический драйвер версии 528.2. Как я и сказал, система нам поставила старенький драйвер, поэтому вот в этом плохо, то что Windows вам ставит неактуальный драйвер на видеокарту. Здесь выбираем, я вам рекомендую выбирать графический драйвер и GeForce Experience. Нажимаем применить, принять и продолжить. Так, здесь Express рекомендуется, но если система уже накатила сама драйвер, нажимаем выборочная установка, дополнительные параметры. Сейчас скажу для чего. Вот, видите, здесь есть такой пункт «Выполнить чистую установку». Отмечаем его галочкой обязательно, чтобы удалить предыдущий драйвер, который нам поставила система. Остальные компоненты все стоят. Это графический драйвер, NVIDIA GeForce Experience, аудиодрайвер HD и системное программное обеспечение PUSIC X. Нажимаем кнопку «Далее». Все, пошел процесс, подготовка к установке. Теперь ждем. Происходит мерцание экрана на несколько секунд, нормальный процесс. Идет удаление сперва предыдущего драйвера, который нам поставила система. Теперь пошла подготовка к установке. Все, я пока запаужу это видео, потому что это займет несколько минут. Дожидаемся установки. Я по-прежнему снимаю на телефон, потому что, как видите, я еще OBS-то не накатил. Сейчас поставлю драйвера вместе с вами, накачу OBS и потом буду снимать уже оставшийся финал этого ролика с OBS. Осталось совсем немного. Экран может, да, тухнуть на несколько секунд. Это нормальный процесс при установке драйверов на видеокарту. Опа, полетела строка. Все установилось. Все установилось. Нажимаем закрыть. Все, драйвер на видеокарту поставлен. Загружается GeForce Experience. Это можно закрыть. Проверяем наш драйвер. Какая версия стоит теперь? На панели управления заходим в настройки NVIDIA. Пожалуйста, стоит драйвер. Актуальный. Я скачивал его вчера, позавчера. Актуальная версия 528.02. Пожалуйста, все. Обязательно перезагрузите компьютер после установки драйверов. Нам с вами нужно еще поставить драйвер на звук, потому что у нас нету в панели управления звука. Но как бы звук будет работать, это ничего страшного, но нужно для корректной работы, чтобы был микшер, здесь был диспетчер Realtek. В основном это большинство диспетчер Realtek отвечает за звук. Нам нужно поставить на него драйвер. Перезагрузите компьютер. Мы с вами установили кучу драйверов, нужно перезапустить компьютер. Компьютер перезапустился.
ставим с вами драйвер на звук аудиодрова. Советую вам ставить Realtek аудиодрова на звук, это версия R27.9, 279 получается. Не ставить новую R82, по-моему, есть новая. Почему? Да потому что есть такой косяк с новой версией звук. Не знаю, там они пофиксили, выпустили еще новее. В общем, суть такова, если вы ставите версию новее, допустим, 282, либо 280, то вы не можете вот сюда вынести, у вас не появляется здесь значок на панели управления, не появляется значок. Как бы не критично, но я такой человек, я перфекционист, я люблю, если должно быть, пускай будет. Если мне не нравится, я должен сам убрать. А если должно быть, должно здесь стоять, значит должно стоять. Как бы меня это напрягает, поэтому я ставлю версию драйвера ниже, это R279. Если вам это не критично, то вы можете ставить R280 или R282 и не париться, но знаете, вы не сможете сюда никак вынести этот значок, никак. Как бы я ни пытался через панель управления, через корневую папку запускать, нет, это не помогает. И решение, вот где я не, только не читал на каких форумах, не лазил, решение ставить предыдущую версию драйвера на звук. Поехали, ставим. Запускаем, прошел процесс установки, шла подготовка к установке, Realtek High Devinger аудио драйвер, ждите, ждем. Вас приветствует программа, нажимаем далее, пошла установка. Помните, после каждой установки драйверов, каждого установленного драйвера, желательно перезапускать компьютер. Вот власть опять, да, перезагрузить компьютер сейчас. Я нажимаю, да, пускай перезагрузится. Но вы можете сразу установить все драйвера и потом перезапустить компьютер. Но важно, компьютер нужно перезагружать для корректной работы. Наш компьютер перезагрузился, все, у нас установлены все драйвера. Сейчас запустится. Пожалуйста, вот о чем я и говорил, появился значок диспетчер Realtek. Если бы мы ставили версию чуть поновей, его бы здесь не было. Вот, пожалуйста, появился значок, и вот вы можете контролировать, все работает. Пожалуйста, звук есть, вы можете это слышать. Все работает, все четко, все красиво. Драйвера мы с вами все поставили необходимые, которые нам нужны для системы. Мы можем это проверить в диспетчере устройств через панель управления. Все стоит, никаких восклицательных знаков нету. Все стоит, все отлично. Что-то система поставила сама, это там какие-то там камеры, если у вас подключены микрофоны, то это поставилось автоматически. На это, в принципе, драйвера скачивать не нужно, если это ставится автоматом там через USB. На чипсет и на остальное но система не смогла поставить, мы поставили с вами вручную. Также мы поставили с вами вручную драйвер на видеокарту, потому что система ставит неактуальный драйвер, как я и сказал. Сейчас я установлю OBS и перейду в OBS, чтобы было лучше и виднее. И скажу, какой еще можно поставить софт, который вам понадобится. Установить необходимый софт, а потом следующее видео уже будет по оптимизации Windows 10. Вы можете установить браузер, которым вы пользуетесь. Это Google Chrome или Яндекс. Я в основном пользуюсь и тем, и тем. В большей степени я пользуюсь отечественный производитель. Я пользуюсь Яндексом. Я буду ставить Яндекс. Сейчас поставлю Яндекс браузер себе, скачаю OBS, быстренько перекину настройки с OBS и включусь уже через OBS. Так, все, друзья, накатил OBS. Все, я теперь вместе здесь с вами. Мы находимся на рабочем столе Windows 10. Давайте еще покажу вам то, что вот я поставил Microsoft Office, то, что он тоже активирован и работает. Вот вы можете видеть, принять, да, закрыть. Учетная запись. Продукт активирован в Microsoft Office, он работает. Большинство он понадобится и он нужен. Это Word, Excel и так далее, презентации PowerPoint. Также повторюсь, как у нас активирована Windows. Так, на десятке маленько по-другому. Ну вот мы можем видеть версию 22H2, но это установка до 10. Сборка такая-то. Ладно, мы посмотрим так. Активация Windows выполнена. Все отлично, все практично. Что делаем теперь? Так, я установил Яндекс браузер, вы тоже можете установить еще браузер, вам понадобится скачивать программы и так далее. Что делаем теперь, если бы я пришел к вам и устанавливал Windows, установил программное обеспечение, что бы я делал, как бы настраивал систему? Сейчас мы установим все необходимое. В следующем ролике, повторюсь, как я сказал, мы будем оптимизировать Windows 10 под себя. Так, первым делом рекомендую свойства корзины, чтобы файлы не удалялись сразу, нажать свойства. И поставить галочку «Запрашивать подтверждение на удаление», то есть если вы удаляете файл, чтобы он сразу не удалялся в корзину, вас спрашивали, да, вот, на удалить. Мы можем посмотреть то, что система у нас сейчас подробнее, производительность, память. Ну, используется 3 гигабайта, так, в принципе, нормально, но немного.
Следующим шагом мы устанавливаем, я всем рекомендую ставить WinRAR, я его сам ставлю, если бы я сейчас бы вам бы устанавливал, настраивал Windows систему, я бы ставил WinRAR, да, WinRAR это архиватор, то есть вы скачиваете архиваторы, вы можете его архивировать, вы можете архивировать файлы, извлекать из архивов и тому подобное и так далее, ставим архиватор WinRAR, можете его скачать, у меня он есть, установить, 64, окей, все, архиватор готов. Следующим делом, сейчас я показываю, рассказываю, как необходимый софт нужен на первых порах. Steam, Huim, Epic Games, всякую прочую дрянь, это вы будете ставить сами. Я сейчас показываю, ставлю то, что необходимо в первую очередь, как для автономной работы, так и на будущее. Дальше скачиваем AIMP. Что такое AIMP? Это музыкальный проигрыватель. Возможно, вы пользуетесь каким-то своим, но я пользуюсь уже всю жизнь AIMP. Замечательный музыкальный плеер. Это не реклама. Заходим на официальный сайт. Официальный сайт AIMP.ru должен быть. Вводим официальный сайт. Вот такая галочка должна вас встречать. Вот он, официальный сайт. Нажимаем скачать для винды своей, ищем версию. Это у меня 64 бита. Можно скачать, в принципе, 32 бита. Различия не будет. Но я скачиваю 64. И буду качать с официального сайта. Плагины старых версий работают не будет. Кстати, внимательно, 64-битные плагины какие-то старых версий работать не будет, но мне это не нужно. Я скачу. Но вы можете, что все работало, скачать 32-битную. Скачиваем 64-битную. AIMP. Все, он скачивается. Это музыкальный плеер, что слушаете, что у вас есть музыка на компьютере, что слушать музыку автономно. И воспроизводить какие-то звуковые файлы. Устанавливаем, принимаем. Далее. Обычная версия рекомендуется. Далее. Не забывайте снимать галочки со всякого хлама, такие как Яндекс, Хуяндекс и все прочую дичь, потому что это не нужно. Может какая-нибудь шляпа установиться в плане какой-нибудь, как они назывались раньше, эти браузеры дебилоидные, ну какие-нибудь одноклассники, танки, еще какая-нибудь залупа, всякая реклама, все, здесь все, оставляем все галочки, нажимаем далее, установить, пошел процесс установки, там быстрый, буквально несколько секунд, все у нас вылазит приложение по умолчанию, типа, чтобы выбрать музыкальный проигрыватель, мы ставим AIMP, поставили, отлично, все, теперь мы можем слушать музыку через наш AIMP, заходим, папка, если у вас есть музыка, привет, Марикони. Все, ну потом тут внешний вид, я уже с вами настраивать, это показывать не буду. Кидаю его себе на панель управления, не так удобнее, удаляю. Обязательно ставлю проигрыватель видео, чтобы воспроизводить видеофайлы, дефолтный проигрыватель Windows 10, Windows 11 мне не нравится. Я ставлю проигрыватель под плеер, я пользуюсь этим проигрывателем, если вам интересно, потом могу залить куда-нибудь его на бусте и так далее. Так, мультимедиа, под плеер, такая какая версия, это у нас вот это, наверное, новее, 64-битная, устанавливаем. Окей, далее принимаю, галки все оставляю по дефолту, установить, пошла установка, установить дополнительный кодек, я оставляю, запустить под плеер, можно снять галочку, закрыть, connect, подскачивает что-то сети, нажимаю agree, принять, нажимаю ничего не трогаю, next, нажимаю install, все установилось, close, закрыть, установка завершена, все закрылось, отлично, поставили проигрыватель, проверим как он работает, так, проверим как он работает. Выбираем этот наш проигрыватель под плеер, окей. Всем коннект, друзья, канале Кик с вами. Все отлично, он работает. Так, в принципе, из программного обеспечения на данный момент, на вот сейчас, на вот этот ролик, в принципе, все необходимое мы поставили. Больше ничего ставить не нужно. Либо вы поставьте то, что вам нужно, в этом плане, как какие-то там Steam, Huim, все это остальное шняга, которое вы устанавливаете. Но я советую вам до выхода ролика оптимизация по Windows больше пока ничего не ставить. Также можете зайти в мой компьютер, в панель управления, зайти в электропитание, тут поставить схему, естественно, высокая производительность, не сбалансирована. Если вы играете в игрушки, то ставите высокую производительность. Если вы не играете в игрушки, просто смотрите фильмы и занимаетесь всякой шнягой в интернете, то ставите сбалансированную. Но если вы играете в игры, то ставите высокую производительность. И здесь настройка отключения дисплея, то есть когда гасит ваш монитор, я ставлю где-то 45-30 минут, это уже кому как. Компьютер в спящий режим, я не перевожу никогда, сохраняю изменения. Вроде все важное я поставил, все рассказал, драйвера мы поставили, все важное программное обеспечение мы поставили. Возможно, что-то упустил, возможно, такое, я не знаю. В следующем ролике мы будем удалять всякую, оптимизировать Windows, удалять всякие эти картаны ненужные, которые нам не нужны. Эти вот интернет-экспойлеры, отключать службы, которые нам не нужны, удалить Microsoft OneDrive, это облако, которое 90% никто им никогда в жизни не пользуется, не запускает это. Гадалки не ходи, бустеры не смотри. Что бы сейчас я рекомендовал вам сделать, вот вы поставили все
установили, все необходимое ПО там поставили. Steam даже сейчас не ставили, не нужно ставить. Сейчас бы рекомендовал бы сделать бэкап системы. Но это надо тоже, это будет, наверное, скорее всего, отдельное видео. Когда вы поставили винду, накатили, все. Сделать нужно бэкап системы через... Есть такая замечательная программа, называется она Acronix True Image. Когда мы устанавливали Windows, я про нее вам говорил, она влазила мне на флешке. Так, сейчас бы найти ее. Так. Блин. А, вот. Есть такая программа, она создает резервные копии вашей винды. Вот, чтобы вам потом в будущем не переустанавливать 500 раз Windows, если что-то пойдет не так, это вы затупили, затроили, или реестр засрался. Чтобы не настраивать все заново, то вы устанавливаете программу Acronix True Image и делаете бэкап вашей системы. И скидываете файл на флешку, либо на этом же жестком диске делаете, чтобы потом могли не устанавливать Windows заново, переустанавливать, все настраивать, а восстановиться с этой точки, когда было все хорошо. Чем она хороша? Тем, что она лучше контрольных точек Windows намного. Контрольные точки Windows, они нестабильно работают, а эта программа вы можете в любой момент, даже если у вас крашнется система, даже если вы не сможете запуститься на рабочий стол, если у вас будет флешка, и будет на ней бэкап, вы как делаете также загрузочную флешку, вы можете восстановить вашу Windows уже настроенную, то есть уже будет все до того момента, как вы сделали бэкап, то есть если вы скачали все программы, все драйвера и остановитесь с этого момента. Но, скорее всего, это я сделаю в следующем, потом уже после оптимизации я расскажу про эту программу, как ей пользоваться, как создавать резервную копию винды, потому что нам с вами еще нужно оптимизировать Windows полностью, убрать весь лишний хлам с десятки, чтобы она была просто идеально. Думаю, ничего, друзья, не упустил, леди и джентльмены. Все рассказал, все мы с вами установили, все необходимые программы достижения драйвера. Следующий ролик, как я сказал, повторяюсь, будет про оптимизацию Windows 10. Так что не спешите накатывать на свою систему всякий хлам, дождитесь ролик. А с вами был Каспер, вы были на канале Кик. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Windows будет на Boosty. На Boosty залитая Windows. Кому интересно, подписывайтесь, переходите, ссылка будет в описании. Поддержите, если вы хотите именно эту сборку, именно эту винду поставить себе, то она залита на Boosty. Мы встретимся с вами в следующем ролике по оптимизации Windows 10. С вами был Каспер. Честь имею.